мы уже не маленькие. Сегодняшний день мы никогда не вернем. Завтра мы будем думать. Он пойдет, ты пойдешь. Каждый человек себе старается, хочет хорошо жить. Всегда. Любой человек. Пусть себе иметь денег, машину, дачу, блядь, книжку, все остальное. Надо это вообще, нет? Ну, старается любой человек. Зачем тебе надо вот этот старый вещь? Да, действительно. Зачем надо в Нижний Новгород. Зачем тебе надо прицеп? Да. Вот человек хочет жить, стараться, там, что-то таскать. Что творить. Это наша жизнь. Да. Это наша жизнь. Поэтому жизнь – это… Вот жизнь – это большое. Это не понять, не рассказать никому, Серёж. Вот как рассказать жизнь? Вот сегодня же жизнь, это у нас с вами, мы здоровые, да, мы сидим, на ни давления, ничего, все нормально. Да, мы здесь улыбаемся, выпиваем. Все равно хороших людей в этом нашем, сейчас скажем, или в России очень много. Поэтому земля держится, Москва держится. Нижний Новгород, у тебя там деревни там держатся, да, у тебя же тоже так, много хороших. Да он может быть перебежчиком, там до границы-то бежать-то минимум 100 километров. Россия это не Москва, это же масса городишек, городов разных всяких, много. Тебе батарейка садится. Людей много. Ну давайте, все за нас. Да, а всю дорогу объединяла наш людей, вот это посиделки, все остальное, разговоры наши. Приятные разговоры, позитивные разговоры. Когда разговариваешь с людьми нормальными, умными, поддаешь какую-то масенькую подсказку, тебе приятно, тебя послушает. Ага, значит, я тоже не глупый человек. Серёж, вот. Вот так вот. Андрюша, этот может, я этот могу. Может, человек больше меня может, но все равно спрашивает. Понимаешь? Обязательно, конечно. Нет, без помощи невозможно. Я очень много евреев возил, да, они говорят, ну, если ты можешь поднять килограмм, ну, подними килограмм, но не полтора. Если ты полтора поднимешь, у тебя геморрой выскочит. А потом ты его обосрёшься и никому не докажешь, что ты на эти. И сидит сзади, и я еду за рулем. О чем вот ты думаешь, на эти? Я думаю, я Караманович, как вести вас безопасно домой и все остальное. Ну, вот, спасибо. Я не просил давать мне зарплату и все остальное, да? Ты вот наш человек. Завтра вот получишь там премию, столько-то, или я тебя там раз и меня целует. Давайте будем людьми. Человек. Я уже выпил, большой. Давайте все. Большой. Андрей, хватит видеосъемки. За все хорошее, с праздником. Спасибо, наверное.